БВГДЖЗ, КЛМН, ПРСТФ, ХЦЧШ, ЩЕ. Когда мы? Что когда мы? БВГДЖЗ, КЛМН, ПРСТФ, ХЦЧ. А вот узнаем, что когда. Сейчас узнаем. Всем привет. Привет, дорогие друзья. Итак, песня 21 снова в эфире. Похоже, что еще не все проснулись. Я пока не понимаю, мы в эфире или мы не в эфире. Ну-ка, просигнализируйте, пожалуйста, видно нас, слышно нас или нет. Так, кто есть. Кто первый? Николас. Николас. Томианин. Отлично. Он опять привет. Первый. Он опять вообще первый. Всегда первый. Александр. Александр. Марина Чугаева. Александр Лановой. Максим Кузьмицкий. Свана Руденко, Витёк Крайчук, Маргаль Перин, Светлана Матуш. И Украина, Матушко. И Москва, и Польша, и даже части Петербурга с нами. Ну что, друзья, очень хорошо, очень приятно, что... Маргаль Перин пишет, слышно. Ага. Свана пишет, привет, с Новым годом. Даже Регине слышно. Даже Регине слышно, отлично. Да. Угу. Хорошо. Ты ж видишь... Я ж вижу, конечно же, я ж видите, я все вижу. Очень вижу, очень ощущаю. Ну что, друзья, все, 2018, как вы видите, ушел, канул, понимаете, в лето. Что мы успели в этот год сделать, то и успели. Чего не успели, того не успели. И вы больше меня никогда уже не увидите таким молодым, каким вы меня видели в 2018 году, да. Вот, такой год под конец сильно поднасолил, ну, много хорошего он сделал для нас, и будем благодарны за то, что он хорошее сделал. Песня сегодня, какая песня сегодня? Ну, конечно, всех поздравляю с Новым годом. Мы, как сказать, ждем, все ждем перемен, можно сказать, перемен к лучшему. Многие говорят, что хуже не бывает, но я вам скажу, что, как... истинный оптимист, скажу, что хуже бывает. Итак, песня. Сегодня номер 57 выпуска. И песня соответствующей обстановке, потому что многим тяжело было сегодня, может быть, подниматься, все силы были отданы празднику, доедать этот самый, как он, салат, оливье и так далее, допивать шампанское, но все, тем не менее, все происходит. Итак, друзья, песня называется «Когда мы напьемся пьяны». Ну, естественно, посвящена... Вячеслав Балясников смотрит. Да, ну это, Слав, все нормально. Еще это, хотел бы... История происхождения этой песни, она написана в Ингерманландии, на Петроградской стороне, в доме Зверинская улица, где-то дом 18, по-моему, если не ошибаюсь, у Александра Гарусова. Там была какая-то пьянка, где был... Андрей Бурлака. И вот, глядя на вдохновленного, так сказать, алкоголем Андрея Бурлаку, я подумал, да, вот как-то алкоголь омолаживает человека, добавляет ему силы, уверенности в завтрашнем дне. И это послужило началом песни «Все мы, ребята, когда мы напьемся пьяные, это сразу мы все уважаемые». Вот. Вот такая песня. Давайте ее послушаем. Песня, в данном случае, получается 57. Номер 57 этой песни. Когда мы напьемся пьяные, то сразу мы все уважаемы. Когда мы напьемся пьяные, то каждый из нас стоит двух. У нас голоса первоклассные, споем про рябину несчастную. Когда мы напьемся пьяные, у всех есть и голос, и слух. Ла-ла, и-о, ла-ла, и-о, у всех есть и голос, и слух. Ла-ла, и-о, ла-ла, и-о, у всех есть и голос, и слух. Когда мы напьемся пьяные, все женщины сразу красивые. Когда мы напьемся пьяные, мы женщин готовы, правильно, любить. И любим мы все, что шевелится, а кто не мочит и не делится, эй, кто не мочит и не делится, ему нужно срочно налить.
Когда мы напьемся пьяные, куда-то уходят года. Нас тянет на подвиги ратные, хотя результаты обратные. Когда мы напьемся пьяные, любая беда ерунда. Ла-я, хи-хо, ла-я, хи-хо, любая беда ерунда. Аплодисменты. Слышу. Это такая шутка, перешутка, самосмейка называется. Ребята продолжают испытывать тот самый инструмент, вокальную приставку, которую мне подарили на день моего рождения. Я умудрился это сделать как раз перед Новым годом родиться. Вижу ваши лайки. Видео Крайчук смотрит. Нина Борисова. Тоже доброго вечера. Таня Шашкова, Настя Рохварк, Таня Татусова смотрит. Настя Карина смотрит. Старостина. Игорь Конек, привет, Игорек. Привет. Это... Привет в Сумах. Он где-то в Сумах. Да. И еще, наверное, шлем привет, может быть, в Киев. Вот. И там вроде Петя Тютюник должен праздновать день рождения Ванды. Я, насколько понимаю. Да. Вот. Я думаю, что у них там это все хорошо отпраздновали. Чего еще хорошего я мог бы сказать по этому поводу? Я должен сказать, что после нашего замечательного новогоднего праздника я хотел сказать огромное спасибо всем, кто поучаствовал в этом празднике. У нас получилась замечательная компания. Такое чувство даже, что вот весь мир был как бы с нами. Даже те из людей, которые физически не смогли присутствовать. Я думаю, как встретишь Новый год, так его и проживешь. Если он так действительно проживется, то будет замечательно. Будет просто замечательно. Единственное, конечно, что кто-то забыл очки. Очки найдены. В металлической оправе. Кто-то потерял паспорт. Паспорт, не кто-то, а Пелевин Сергей. Вот. Но мы нашли большой портфель. Кстати, можно объявить, кто найдет паспорт Пелевина. Тому будет специальный приз. Кто найдет паспорт Пелевина, тому будет специальный приз. А пока мы нашли только его портфель. И мы его продаем задорого. За очень дорого. Не чей попало портфель, а самого руководителя фестиваля «Зажигалка». Слава Болясников пишет. Крутая песня про меня. Ну, естественно, про нас, про всех. Марк Гальперин подпевает. Лайла и хо. Это такая ингерманландская песня. Хи-хо. Примочку выключила. Мой оператор выключил примочку. Не могу похвастаться лишний раз. Лайла. Хи-хо. Чувствуете, да? Можно петь за целый хор. За полгорода. Татьяна Шашкова пишет. С Новым годом. Пускай будет поросенок ласковым, будто котенок. И пушистым. Да, хочется пожелать действительно хороших перемен. Перемен к лучшему. Потому что то, куда зарулила наша территория, не хочу говорить даже слово страна, куда зарулила наша территория, население нашей территории, я думаю, что зарулила в 91-й год. Мы его очень чувствуем, везде чувствуем. Вот. Но, тем не менее, снег выпал. Снег хороший. Дворникам работы есть. Я сегодня видел, буквально, может, полчаса назад, выносил мусор и встретил двух людей, наверное, не самого богатого сословия, они упаковывали бумагу. Я спросил, сколько приносит это им доход? Оказывается, килограмм 5 рублей. То есть, ну, можете так представить, что сейчас есть категория жителей, вот, которые вот ради 5 рублей готовы собирать макулатуру. В общем-то, года два назад такого не было. Вот. Но это для экологии, конечно, хорошо, но показывает как бы уровень жизни, что видим. Это были, мне показалось, вот, если говорить по этническому признаку, мужчина был какой-то восточный, типа таджик-узбек, а женщина была русская. Вот они упаковывали бумагу. И теперь какой-нибудь том Льва Толстого. Вот по весу будет где-то килограммчик. И будет весить 5 рублей. Вот такие. Блин, чего я не усмотрел. Михаил Осадченко пишет. Михаил, новых классных песен, открытий чудных.
с наступившим Новым годом. Ирина Пашкова, привет из Павлограда. Дякую. Украина. Спасибо, друзья. Спасибо. Марина Лукьянец смотрит нас тоже. Ну, Александра Тарновская. Танечка. Ой, Сашенька, привет, да, я думаю, что встретимся на сцене. Я думаю, что со всеми встретимся и на сцене, и на пленэре, и на опен-эре. Будем встречаться, будем писать, будем творить, потому что есть какая-то государственная политика, есть жизнь вне, может быть, ее где-то кусочки. Где-то мы в чем-то мы солидарны друг с другом, где-то у нас разногласия. Но тем не менее, всех с Новым годом. Анна Силантьева, привет из Нью-Йорка. Привет. Юрий Данилов пишет, примочка неплоха. Да? Ну, есть смысл Данилу доверять. Он не... Правда, он не Сергей, но он Юрий, да? Вот. Но ну, тоже можно, хорошо. Конечно, можно доверять. Можно доверять. Всем можно доверять. Тест-драйв прошли. Мы. Вот. Ну, наверное, я заболтался. Да, действительно, всего доброго, всего хорошего. Давайте беречь планету. У нас она одна. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Все это будет продублировано и ВКонтакте. И даже в такой отстойной, в таком отстойном, как он называется, ну, в Одноклассниках. Одноклассниках. Мы тоже там повесим. Там тоже, в общем-то, люди есть в Одноклассниках. Пускай тоже послушают, посмотрят. И на моей страничке будет текст, можно будет найти, и аккорды будут напеть. И во время вашего застолья эту песню, когда мы напьемся пьяные, почему бы и не исполнить. Там три куплета, гармония несложная. Вот, и если она понадобится вам в вашем домашнем празднике, если вы сможете поздравить, можете текст написать какой-то новый, если вам понравится, в общем, вдохновение придет. Пишите текст, автор не обидится, автор вас любит, уважает, находится с вами на одной планете, мы вместе летим вокруг планеты, вокруг этой звезды по имени Солнце. Вот. И автор очень хочет, чтобы мы сберегли свою планету и смогли что-то оставить нашим детям, внукам, правнукам, праправнукам. С вами был Михаил Новицкий и Елена Пинчук, оператор. До следующих встреч в песне 21. 25 января мы вас ждем в Пушкинской 9 со спектаклем «Наш Высоцкий». Это очень, в общем-то, проверенный материал, хорошо сделанный, и нам самим очень нравится. Мы приглашаем вас следить за рекламой. Пока. Кроме «Большой любви». До следующей песни 58. И хорошего отдыха. Вы потрудились много в прошлом году. Поотдыхайте еще, дорогие. Пока. Пока.